Здравия и вечности, мои дорогие зрители и читатели! Поэтический сборник «Философские стихи». Не стесняйся, мой друг седины. Эпиграф. Я прочел уйму книг, и набит мой чердак, то ли мудрый старик, то ли старый мудак. Игорь Губерман. Не стесняйся, друг мой, седины, пусть болтают, что старость стучится, серебро полой полной луны в небесах звездных с неба струится. Не стесняйся, мой друг седины, мудрый старец и старый мудила в одном теле ужиться должны. Почему так судьба порешила? В нас и страсть, и желанный покой, смерть и вечность в едином флаконе. Суете отдаваясь мирской, ты успей посидеть и на троне. Как возможно такое, мой друг, кто позволил такому случиться? Знай, любовь ведь не знает разлук, вечность в сердце, свободна, как птица. Не стесняйся, мой друг седины, и не слушай умы и умишки. Мы вселенной, как звезды, нужны в сердце мира. Девчонки, мальчишки. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Поэтический сборник «Философские стихи». Иерусалим, 2019 год. Не стесняйся, друг мой, седины.